Всем привет! И в этом видео я вам хотел показать, как сделать вот такие вот поплавочки для зимней рыбалки. Делаются они очень легко и быстро. Удобны они тем, то, что когда вот они находятся в воде вот так вот притопленные, когда идет поклевка на подъем, они переворачиваются и очень хорошо видно эту поклевочку. Делать я их буду вот из обычного кусочка пенополистирола. Такой он плотненький. Думаю, не составит труда его найти тому, кто захочет сделать такие поплавочки. Я вот беру 10-копеечную монету. Можно их делать любой толщины, любого объема, какие захотите. Данный поплавок сделаем по размеру 10-копеечной монеты. Прикладываем. Карандашком аккуратненько все дело обводим. Если даже карандаш не пишет на пенополистироле, ничего страшного, останутся вмятинки. По вмятинкам мы отрежем заготовочку. Итак, наметили будущую нашу заготовочку. Теперь отрезаем. Вот такая вот черновушка у нас получилась. Теперь будем вырезать кружочек. Стараемся делать это максимально аккуратно. Но потом все неровности мы наждачкой уберем. Вот такой вот кружочек получился. Сразу отрежу его по толщине. Толщину делаю на глаз. Ну, примерно миллиметров 5-6. Таким одним срезом. Теперь берем наждачку, кусочек небольшой. И начинаем все это дело равнять. Легким нажатием, сильно нажимать не надо. Пенополистирол — материал очень податливый. Все делается легко и просто. Вот такой вот кружочек у нас получился. Теперь мы берем кусочек проволоки. Отрезаем сантиметров 6-7. Нам понадобится 2 таких кусочка. Беру клепочку. Можно взять все что угодно. Клепочка мне нужна для того, чтобы сделать фиксатор, на чем наш поплавок будет потом держаться и крепиться к леске. То есть вот взял я проволоку и закручиваю вокруг клепки. Так, прикидываем, насколько вовнутрь зайдет наш фиксатор и откусываем нужную нам длину. Так, откусили. Вот это все лишнее в сторону, чтобы нам не мешалось. Получилась вот такая вот заготовочка. И нам нужна еще одна такая же заготовка. Вот так вот. Тоже опять же поджимаю обклепочку. Формирую основание. Сам кружочек, основание вот сформировано. Теперь завожу туда нашу первую заготовочку, вставляю также опять клепку
начинаю скручивать. То есть одна часть у нас пойдет, будем втыкать ее в поплавок, а другую часть будем втыкать в кембрик, который будет находиться на леске. То есть вот этот вот фиксатор, вот здесь видно, вот одна часть наружу, другая часть внутри поплавка. Берем клей, клей проверенный, надежный. Смазываем одну часть нашей заготовки. И после этого круговыми движениями вводим наш поплавок. До конца его вкручиваем. Наружу оставляем только одно ушко. И немножечко вот так притопили. Вот такой поплавочек у нас получился на данный момент. И нам остается его только покрасить в нужный нам цвет. Красить мы будем с помощью гель-лаков. И этим будет заниматься наш специалист по окраске поплавков. Этот поплавок сделаем оранжевого цвета. Он получится яркий, его будет хорошо видно. Так, опять подсушиваем. Обратите внимание, у Наташи на ногтях какие поплавки уже намазаны. Сушим. Какого цвета будем делать полосочку? Белую. Белую. Точечки какие будем делать? Черненькие? Нет. Беленькие тоже точечки, а внутри черненькие. Все делаем, чтобы была улучшенная визуализация. Чтобы каждую поклевочку было видно отлично. Вот, а сверху точечку. Сверху обязательно делаем тоже точечку. Так, Наташе неудобно. Вот так вот сейчас я вам покажу. Вот так. Да, обязательно, чтобы визуализация была сверху, когда идут поклевки. Получите, распишитесь. Вот такой вот получился поплавок. Все делается очень легко и быстро, все произошло на ваших глазах. Сейчас я вам покажу, как этот поплавочек ведет себя при поклевке. То есть, когда идет поклевка на подъем, он ложится вот на бок. Наташа, а сверху можешь снять? Да. То есть... Вот наша лунка, в которой мы сидим, рыбачим. Естественно, если поклевочки пойдут вниз, мы увидим шевеление нашего поплавочка. Сейчас я его выведу в центр, вот так вот. Вот, а если поклевочка пошла на подъем, он вот так вот ложится. И ни одну поклевку на подъем вы не пропустите. Поплавочек очень... отлично визуализирует все поклевки. Итак, кому понравилось данное видео, ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем пока!